Снова доброе утро, ребята. Опять мы в поисках гуманитарки. Мама с нами, вот за лекарствами везем. Вот там вот налево. Увидимся. Ребята, загрузили нас хлебом. Сел аккумулятор. Есть. Все, ребят, берегите мы себя. Сел, давай, ребята. На связи. Ёпарасоте, ребята, все без окон. Машины, бляха, муха, посмотри, что творится, повыворачивало ставни. А церковь? А тут церковь вся без окон. Суки такие. Прости, господи. Ё-ма, глянь. Мам, глянь. Ужас. Капец. Просто капец, посмотри. Сейчас едем на тоте Вудленова и с флагом. Посмотри, что творится. Все побито. На оперном наверху окон нет. Так, нам направо, да? Да. Вот он и целый. Я в шоке. Мы сейчас просто едем прямо по Сумску. Все, тур, хорошо, не было. Давай. Какая я вам красота сюда, была, все разумели. Суки. Тут автомат на вас. Ага, тут все, он без окон. Смотри. У вас два русские мира. Глянь. Все магазины без окон, короче. А здесь даже страшно подъезжать. Просто, ребята, наша площадь. Посмотри, это пиздец просто. Просто капец. Посмотри, что творится. Прямо вот сюда прилетело, да, вы оттуда? Да. Кошмар. А налево можно было дальше? Вот здание, вот. Все без стекол, смотри. Это ж наш бывший. А, и метро без стекол. И здесь вот смотри, просто, просто. Тут уже все вынесли, вон. Духи, кому-то духи нужны срочно. Тут как? Просто нет слов, посмотри. Не, это еще ерунда, я тебе говорю. Вот сейчас посмотришь налево, вот в эту улицу. Вот это страшно. Капец. Едь, прямо едь. Вот эта улица, смотри, просто как дичь. Да. Просто дичь. Посмотри, ёб твою налево! Ой-ой-ой! Так этого не видел. Посмотри, там у людей квартиры, блядь. Ребята, прыгнул в машину к Николаю. Вот. У нас опять поездка за гуманитаркой. Пытаемся найти молоко, купить. Сейчас я отправил людей. Покажу вам тоже видос. Полтонны крупы еще куплю за ваши деньги, которые мне перечислили. Сейчас приедут наши девчонки, будут помогать фасовать, чтобы мы к 2 часам людям хоть что-то раздали. На связи.